Всем привет! В этой части продолжу рассказ о Римском музее под открытым небом. Напомню, этот музей находится недалеко от замка Гогенцоллернов и считается одним из интересных исторических мест на юге Германии. Музей-усадьба находится прямо в лесу. Если ехать мимо на машине, то его вряд ли можно заметить. Это, я так понимаю, у них школа была, да, здесь? Детей учили. Частично реконструированное главное здание до сих пор является сердцем музея. Здесь посетители могут найти информацию о римской истории Юго-Западной Германии и истории самого поместья. Это у них здесь, наверное, спальня. Вот так вот раньше выглядели кровати. Вот двухъярусная кровать, смотри, вполне приличная. Мы здесь сегодня остаемся на ночевку. Думаю, вот эти товарищи не против будут. Почему не? Ай-яй-яй-яй-яй. Это у них гардероб такой, вместо шкафа, да? Там дальше. Это у них получается жилая комната. О, сверху что висит на колбаса, типа мясо. Под лесной поверхностью спрятаны части стен, сохранившиеся как руины. После раскопок они были реконструированы и превращены в музей. Часть оригинальных находок размещена в реконструированной части дома. Подруга, повернись ко мне личиком. Это на что похоже? Едальня, наверное, какая-то. Почему вот эти? На спальню не похоже, потому что эти с подоконником. Это не наелись, откинулись и все, и отдыхают. Со солнцем. Тут написано. Вон он спальня. Это место встречи. Это все что откопали. Это вот это ложечки такие маленькие, да? Чтобы не объесться. Ой, дети. Закрывашки с этих. Так, ну что, пойдем дальше. Когда в 1971 году местный мэр обнаружил остатки стены здесь, в лесу, никто и предположить не мог, что здесь находилось большое римское поместье, и оно не было обнаружено почти 1700 лет. Стены, обнаруженные во время раскопок, в основном сохранились до высоты более 2 метров. И в общем-то, музей под открытым небом был основан на раскопках таких остатков стен. Ну и множество отдельных предметов, таких как битое стекло, остатки штукатурки, предметы быта и обтесанные камни. Вы что, меня бросили? В отличие от многих других мест, где были раскопаны только стены, а найденные предметы были собраны в музее, в этом Римском музее под открытым небом пытаются реконструировать здание, основываясь, например, на научных данных и моделях из Помпеи.
чекарня, да? Некоторые спросят, откуда на юге Германии постройки римлян, а дело в истории. Дело в том, что в конце первого века нашей эры юго-западная Германия была захвачена Римской империей. Тогда были построены замки, усадьбы и даже целые города. Эта усадьба была основана на склоне у подножия сегодняшней деревушки Штайн. С отступлением римлян из Рейнских областей около 260 года нашей эры жители этой виллы Рустика также покинули этот район. Чигарка. Глядя на стены усадьбы, видно, что римляне строили в те времена довольно основательно. Вот, в те времена даже были отапливаемые полы. Вон ровом это жилая комната, мит. А, ну вот они. Унтербодом, вот, получается вот такая система. Это просто... вон с той стороны, получается, так обогревает и где-то там топят. Да, и получается и внизу вот на этих подставках лежит сплошной камень, и внизу теплый воздух подогревает. Даже в то время додумались до такого. Если присмотреться к этой конструкции, то можно понять, что римляне использовали горячий воздух для обогрева помещений. Древесина сжигалась в нагревательных камерах под обогреваемой комнатой, а нагретый воздух поднимался через полости и обогревал пол и стены. Реконструкция этого места также включает копии находок из других мест. Например, остатки гигантской колонны Юпитера. Эта колонна была установлена в качестве сувенира. И целью установки этой колонны считается, ну, как представить посетителям самую точную картину жизни того времени. Здесь примерно в 150 метрах от главного здания находится храмовый район усадьбы. Это территория, где были раскопаны остатки 10 небольших часовен. Чтобы донести до посетителей ясную картину, один из таких храмов был восстановлен с использованием древних изображений. Сегодня раскопки все еще ведутся на усадьбе, и территория раскопок выросла в 5 гектаров.
но посетители могут наблюдать за ними только на расстоянии. Кроме всего этого, на участке была реконструирована фрезерно-пекарная комната. Посетители могут после предварительной регистрации самостоятельно перемолоть ячмень в муку и испечь лепешку, как это делали римляне. Но сегодня это сделать не получится, из-за эпидемии эта часть временно исключена. Здесь можно увидеть такой вот небольшой деревянный сарай. Это, конечно, новодел. Здесь собраны реконструированные тележки, вагоны и сельскохозяйственное оборудование римлян. Глядя, к примеру, на такую косилку, даже не верится, что в те времена уже была такая техника. И уже далеко не примитивная. Смотри, от вот этой штучки я бы домой не отказался. Вот это. Шашлык жарит. А я один съела. От кого? Земляника. Посмотри, вот полянка, земляничка. Сапожки никто не поизносил, а то мы сейчас ему отдадим, пускай он подремонтирует. Че? Как раньше ткали. Посидит, поработает, тут же рядышком на кровати. Проснулась, опять за работу. Стоя на этой площадке, открывается шикарный вид на замок Гогенцоллерн. Вообще хочу сказать, что это отличное место для отдыха на природе всей семьей. Обошли весь комплекс, в целом отлично провели время. Всем, кто был вместе с нами, хорошего дня!